Эх, сегодня, короче, соскучились по шаурме, решили взять тут первый раз на пробу шаурмы. Взяли ее за, короче, 18 злотых, это 360 рублей. Бешеные деньги для шаурмы, но когда мы ее получили, блин, твою мать, она весит килограмм. Сейчас я вам ее покажу. Вот такой вот ковалок. А, да, шаурма из, короче, баранины и воловины. Вот такой вот ковалок, вот, весит килограмм. Я так думаю, что здесь не только перекусить, но еще и пообедать и поужинать. Еще на завтра останется. Да, еще на завтра останется. В общем, обалдето. Весь углаздался. Но, блин, она вкусная. Это, наверное, первая моя вкусная шаурма. Да, она арабская. Арабский лаваш. Вкусная, тонкая, короче, говядина и баранина. Обалдеть. Очень вкусно. Хватило бы одной на двоих. Ой, ребятки, вот это написано. Ресторация Либанская Фениция. Тут же продукты. Шрут земноморский. Короче, если вы хотите просто перекусить, не берите тут шаурму. А то у нас, чувствую, и обед, и ужин получился. И еще, может, и завтрак. Вот после таких перекусов, понимаешь смысл польского слова «заебище». Очень добрый продукт. Я уже наелась, уже не могу. Вот так вот. Находится это заведение вот рядом с высоточкой. Очень по ней ориентироваться удобно. Но об этом мы вам расскажем, как тут ориентироваться. Кардамон, цинамон. А гвоздика, гурджики. Да. Их ты емская,
Че? Звезда на ёлке. А чё мы тут стоим? Короче, сейчас мы вам покажем еще одну штуку. Ах, хороший гринфет. Который называется запеканка. Уличная еда. Да. Это уличная еда. Барза добра. Итак, что такое запеканка? Это вот такой вот. Это вот такой вот бутер длиннющий. На мягком-мягком хлебе с корочкой жареный лучок, ветчинка, сыр, грибочки. Все это прям вот обалдительно. По наполнению они разные. Есть вот этот карбонара. Есть классические с грибочками, с помидорками, с зеленью. Блин, вообще вкусная тища. Но самые феерические, мы вот когда поедем в Краков, в Казимеш райончик еврейский, вот там обалденные запеканки на рыночке. Классическая. Так, дождались. Вот да. Это классическая. Но соус мы сами набрызгали. Угу. А так сыр, грибочки. Ну, в общем-то, все. И все. И все. Классическая. Классическая. Короче, хороший перекус. Угу. Перекус. А не та шаурма.